Чебоксары вновь принимают чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. Среди участников немало призеров и победителей престижных соревнований. В программе турнира 7 стартов и новая дисциплина. Ранним утром на набережной залива сильный ветер и холод. А это веский повод перенести старты. На 50-километровую дистанцию скороходы вышли с полуторачасовой задержкой. Больше погода не подводила. Первыми в борьбу за медали вступили 19 легкоатлетов. В ранге хозяев сразу 5 человек. Для спортсменок эта дистанция дебют. Женскую ходьбу на 50 в программу чемпионата страны включили впервые. Дистанция была включена в 2016 году. Первый старт произошел на Кубке мира по ходьбе в Рио. Потом на следующий год прошел чемпионат мира в Лондоне. Там впервые женщины прошли еще 50 километров. Мы первый раз проводим эти мероприятия именно на этой дистанции 50 километров. Очень, очень сложная дистанция, потому что я сам был ходок, ходил тоже 50 километров в этих тяжелых условиях. На 50 километрах не просто приходится даже мастерам спорта. Облезь, облезь! Устал очень, тяжело. После 31 километра тяжело стало ногам. После 40-го уже голова начала кружиться. На шатыре начали давать. Второй по молодежи я стал. Удачи. Так что, Валя, спасибо большое. На первую ступень пьедестала почета поднялся Сергей Бакулин. Шансы на победу у него были большие. В Чебоксары скороход приехал в статусе чемпиона мира. Мы испытывали новую методику, поэтому необходимо все хорошенько проанализировать. Чемпионкой страны стала воспитанница чувашской школы ходьбы Клавдия Афанасьева. Марафонскую дистанцию она преодолела за 4 часа и 15 минут с большим отрывом от соперников. После 38-го километра стало тяжело, и мне было трудно поддержать темп. Но тем не менее я не расстраиваюсь и тренируюсь дальше, буду двигаться к новым результатам. Чемпионаты первенства России собрали в столице Чувашии свыше 140 спортсменов из 15 регионов. Для скороходов в Чебоксарах обустроили идеальную трассу. Михаил Игнатьев отметил, что количество поклонников ходьбы в республике растет. Наши судьи, волонтеры готовы организовать соревнования на достойном уровне. Несмотря на сложности, у нас детские и юношеские спортивные школы работают, тренеры работают, специалисты работают. Где какие упущения есть или отставания, конечно, это уже работа специалистов. Поэтому мы за спорт, мы за единство, а в единство наша сила. Сразу после торжественной церемонии дали старт заходу на 20 километров. В борьбу за награды вступят и юниоры. В дни чемпионата и первенства страны разыграют свыше 10 комплектов медалей. Спортсмены рассчитывают только на хорошую погоду. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Борис Андреев. Республика.